Профессиональная вокалистка, организатор мероприятий КДЦ «Дулевский» Диана Бурдюкова из тех, кто каждый день творит красоту. На этот раз сама в центре внимания вышла на сцену, чтобы принять участие в конкурсе «Леди Культура 2021». Когда ты вдохновляешься, когда ты хочешь еще больше наряжаться и показывать свои творческие способности, это очень прекрасный конкурс. Он всегда мотивирует и вдохновляет. 7 самых талантливых и ярких представительниц сферы культуры боролись за победу. Такую конкурсную шоу-программу в преддверии профессионального праздника в округе провели впервые. Эта идея родилась в коллективе. Мы решили, что нужно сделать какой-то конкурс, который бы объединил всех работников культуры в нашем замечательном округе. И родилась такая идея провести «Леди культуры 2021». К сожалению, из-за пандемии у нас перенеслось мероприятие, чтобы было быть еще в прошлом году. Но мы решили приурочить еще ко дню работников культуры, чтобы было прям замечательно и прекрасно. Чтобы и девушки ближе к своему празднику могли показать себя творчески и раскрыться. Яркие, невероятно красивые, с огнем в глазах. Такой должна быть достойная высокого звания леди культура. Участницы пели и танцевали, читали стихи, рассказывали о своих увлечениях и раскрывали профессиональное кредо. Шоу-программа продолжалась более 2 часов. Жюри, которое возглавила депутат Московской областной думы Линара Смединова, предстоял непростой выбор. Но все-таки он был сделан. Звание «Леди культура 2021» у Олеси Петрик, заведующей культурно-массовым сектором Центра культурного развития «Юбилейный». Вице-леди стала Екатерина Агафонова, руководитель студии Центра культуры и досуга «Мечта».